Давай, поднимайся, где моя лестница? Сейчас, секундочку. Вот тогда поднимайся. Отлично. Друзья мои, всем привет, с вами Кентавр. Добро пожаловать на новейшую игру, которая называется Salt 2. И мы с вами, как бы, вот на таком плоте, плоту очень такой массивный, здоровенный. И в этой игре есть такая серьезнейшая прям возможность построить офигительный большущий прям корабль собственноручно. Так, что мне не нравится, это то, что нам нужно сейчас немножечко поближе к нашему острову подойти. Отлично, все замечательно, потому что уносит, все-таки течение есть, уносит наш плотецкий довольно далеко от берега. Это было бы очень печально, потому что есть у нас такие казусы в разных играх, где мы теряли даже этот плот, который, помнили, да? Вспомнили игру Strand Deep. Вот такая вот игра, где мы теряли плот. Поэтому здесь терять его не надо. Смотри, я его припарковал, а он сейчас уйдет как бы туда. Непонятно где. Короче, у нас есть задача. Задача такая, что чтобы построить здоровущий, прям хороший корабль, якобы, или научить нас хотел один мужик, картограф, построить хороший корабль. Для этого, типа, он говорит, якобы, пойди на тот остров, потому что у меня карта есть. Вот такая вот карта. И говорит, сейчас, секундочку, вот там остров с пиратами, да. Замочи этих пиратов, я тебе хорошей... Опля, медь, однако. Я тебе хорошенько заплачу, и все будет хорошо. То есть ты станешь богатым и так далее. Что я хотел еще заметить и подсказать, то есть вам. Если вдруг вы играете в эту игру, здесь есть, на этом острове, есть даже job board. Это у нас... табло с задачами разными. То есть не задачи, а именно люди, которые дадут тебе деньги разные, да. За вот этот чувак просит, сколько? 5 блоков, каменных блоков. Здесь, вот сейчас, секундочку, здесь был, я видел одного чувака, который хочет, чтобы ему принесли какую-то шкуру какого-то оленя, офигительного оленя. И это тоже как бы немаловажная такая цель. И... даже я пропустил такой момент. Мы с вами вот это вот пропустили. Есть Wood Working Station на этом острове. Ты здесь можешь все сделать. Понимаешь? Все скрафтить. Но наша цель — это сделать большущий прям корабль. Офигительный корабль. Для того, чтобы все вот эти вот workbenchи были на нашем корабле. Так как на плоту вроде бы как ничего такого поставить нельзя. А можно ли я вот так вот сделаю? Вот так вот. И мы тронемся... а как? Ну что ж, короче, поехали к острову пиратов, потому что, ну как же так? Да, вот у нас задача с правой стороны, типа, достать компас картографу, который украден был пиратами. Что ж, пока мы туда доберемся, друзья мои, секундочка рекламы. Добро пожаловать в доисторические джунгли, сынок. Ты попал на территорию настоящего, дремучего алда игрового мира. Располагайся поудобнее, если готов узнать, на каком компе играет настоящий и во что играли твои предки. Что такое пиксель-хантинг и дискета? Или же просто хорошо провести время? Да, все так просто. Так что усаживайся поудобнее, жми на ссылочку в описании этого видео и подпишись на канал настоящего. А мы тем самым вроде бы как дошли до этого очаровательного острова, который прям нуждается в нам, в нас. Так, секундочку, давайте мы оставим штурвал, я хочу кое-что пройти. Так, тихо, что ты там крутишься, ё-моё, чё ты крутишься, да погоди же ты, ёлки зеленые, как же его крутит. Такс, у меня есть вот этот, чуть ли там штангель-циркуль, your location favist, это вот, и так далее. Такс, а есть у меня карта? Сейчас, секундочку, мы там идем как бы дальше, да? Инвентарь, карта, вот у нас, нет, вот у нас карты. Это и есть пиратская этого штука. Тихо, вот так, 5-0. Стоять, кому говорю, стой. Все, припарковались, нормально. 5.0, смотрим, 5.0, это мы сейчас на 5.0 или как? Да, мы на 5.0 сейчас. Идеально. Мы прям подошли куда нужно. И вот остров, от которого мы с вами уходили. Вроде бы нашли то место, которое нам надо. Это есть очень хорошо. Соответственно, ищем, во-первых... А это вообще добывается, нет? Можно ли мне сейчас инвентарь? Так, секундочку, мое... Так, у меня топорик есть. Допустим, штангель-циркуль. Ну, не штангель-циркуль, а как его называется? Это секстант, блин, ё-моё. Секстант, и вместо компаса я сейчас, наверное, поставлю топорик. Давай вот так вот. Чисто ради интереса. Нет, это у нас не добывается. Окей, тогда берем наш меч и ищем этих бандитов. Ха! Чуваки, блин! Нифига себе, ты быстрый, шустрый. Пират-файтер.
Тихо, пират, нифига себе, ты жесткий парень. Попал по мне? Серьезно? А ну-ка, ну-ка, motherfucker. А в смысле, целиться в тебя не надо? Ой, не попал. В смысле, а что ты такой жесткий? Есть. Есть попадание. Нормально, нормально. Я думал, короче, мы сейчас сдохнем, но нет, нет. Картограф, украденный компас. То есть, компас, украденный у картографа. И книга какая-то есть. Отлично. Задача, как бы, грубо говоря, выполнена. Ух ты, даже кровь. Прикольно нарисовали кровь, кстати. Очень прикольно нарисовали. Вопрос. Вопрос. Что еще на этом острове есть? Люди говорили мне, Кент, не проходи просто задание. Смотри, что еще есть. Смотри. Сыр. Parchment. Что такое parchment? Карты — это карты. Это, походу, будет parchment. Нет, это у нас рецепты. Это все рецепты, да? А parchment что такое? Сейчас мы его найдем. Где мы? Куда мы его достали? Не вижу. Ну, какой-то... А, еще есть у нас тут местечко. Вот оно, parchment. Что такое? A piece of parchment. Это что? Пергамент? Кусок пергамента. Я, по идее, даже на русском не знаю, что такое пергамент. Поэтому, друзья мои, пишем в комментариях. Ух ты, монетки. Тут у нас бэк. Соль. Просто соль. И парчмент, опять парчмент. Хорошо. Открываем. Сломанная какая-то книга. Ruined book. Ну, не сломанная, а как бы, типа, потрепанная книга. Так, здесь можно немножко кое-что приготовить. Опять же, забираем все эти вот вещи, потому что из них как бы можно будет по-любому сделать потом, приготовить себе еды и так далее. Вот медь. Медевые, то есть монетки. Это у нас Купер Ор, это тоже вроде медь. Купер Пикекс. Ну, кирка у меня такая есть. И деревянная ложка. Будет ли здесь, на этом острове, что-то еще интересное? Секунду. Две штуки. А что из пергамента делать-то? Вот на русский как бы, да, я понял, это пергамент. А что из него химичить-то можно? Типа продать его? Такс. Что прям, целый настоящий остров и на нем типа ничего не будет? Только один этот пират? Вопросик такой интересный. Кто-то свистит. Ха! Траву тоже, кстати, можно продать. Так, у нас левел в третий, то есть... Так, а камни эти вот добываются, вот эти вот, да? У нас как бы есть все этого дела? Нет, камни нет. А топориком? Мы же с вами в прошлой серии добыли топор. Блин, а что с ним можно рубить-то? Так, здесь не рубится. Тогда какие-то определенные прям ресурсы будут. Или, я не знаю, там двери деревянные, что ли, рубить можно будет, чтобы куда-то там зайти. А кто свистел? А никто. Ага, вот тебе еще один пират. Мне кажется, что мне бы вот бананчики у нас заканчиваются. Давайте мы бананчики съедим. Конечно, eat. Здесь то же самое. Кушаем. Бананчики нам нужны. Правда, мне нужно еще побольше как бы восстановить. Это еда прям. Окей, что у нас по еде? По еде у нас есть cooked beer. Медведь, короче. Медвеженка. Есть. Один банан только добавили. Я думаю, это намного круче еда будет. Но по 15 еды это очень мало. Ну на тебе еще немножечко. Вот на тебе кусочек готового мяса. Это не готовое мясо, это нам кушать сейчас нельзя. Типа опасно. Ну давай тогда будем держать этих говнюков на расстоянии. Ой, как вас много. Ой, как вас много. Хрена себе у них тут как бы кемпинг. Пират-файтер. В смысле? В смысле? Я же в голову попал. Нет. Но. Есть. Вот я на расстоянии. Фишинг что-то там, короче, мы с него взяли. Жаль, стрелы не добавляют. Разработчики, как же так? Как же без стрел обратно? Все игры, блин. Ты можешь забрать свои стрелы обратно. Ну, высунул это как бы, как его, стрелу из этого, ну, из пирата. И все нормально. Чё, в чем проблема-то? Как же здесь интересно. Мне определенно нужен лут. То есть меч получше. И мне кажется, давайте мы health poison возьмем на
Допустим, третий слот. Если что, будем хилиться. Вот 100%. Сколько у меня стрел? Чисто ради интереса. Кто-то видит мои стрелы? Я делал вроде бы там 20 чем-то стрел. 13 осталось. Офигеть. Ну окей, на расстоянии еще раз. Дай в голову попаду. Ну в смысле? Как-то у него голова какая-то бронированная, блин. Да, попадает по мне. Окей. Да, тихо ты, тихо. Давай, погнали. Погнали, погнали. Ну чё, чё поделаешь. Вот так вот. Отходим, бьем. Короче, вроде бы легко, даже тратиться не нужно. Будем, значит, держать стрелы для охоты в таком случае. То есть у тебя бутылка? Ром. Ну, пиратский ром. Нормально же. Чё? В чем проблема-то? Так, мне нравится, как они живут. Мне очень определенно нравится, как они живут. Да погоди ты. Давай, давай, давай. Давай, давай, я отхожу как бы. И вот так, и вот так. Ага, у него там даже блок даже. Ой, упс, по мне попали. 9. Сняли этого 9 здоровья. Монетки. Сыр. Я бы сам сейчас сырочка как бы съел бы. Я в полном серьезе. Тут так много сыра в этой игре, что я бы сам как бы взял бы сегодня, прямо сейчас, прямо после записи, нашел бы себе в холодильнике там сырочек. И, ага, топориком. Давай, 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 давай. Чего вы, чего вы, чего вы? А блок, а, есть блок, смотри. Ага, блок, блин. Слышь, блок. Давай еще раз, хоп. Давай еще раз, хоп. Ну да, по крайней мере не 6 урона дают, а 2. Уже плюс, уже большой плюс. И 10 монет. Я еще жаловался в прошлой серии, что у нас монет почему-то очень мало, их нужно собирать. И что такое? Это компас. А где мои монетки? Кто-то видит мои монеты? Допустим, где мои деньги? Сыр вижу. Очень мало еды прибавляет. Ну, где-то мы, короче, их увидим. Квесты, это мы знаем про квесты, статс. Мы прокачаться можем. Оно прокачивается сам по себе. Это рецепты, которых мы с вами знаем, можем крафтить. Эквипмент. Ага, мне еще одежду нужно покупать. Или крафтить. Да. Окей, инвентарь. И так далее. Ну хорошо, монетки пока что я не вижу. Где-то, может быть, они там высвечиваются, но глянем, что и как. А, так у них тоже тут workbench есть. Неплохо, но это самый такой обыкновенный workbench, который, ну, на самом деле, мне как бы сейчас не очень-то нужен. Бутылочки берем, мне сказали парни, что как бы они очень такие прям важные. Тоже из меди, да? Все, монетки, окей. Важные, потому что из них мы крафтим там масло, ну, с помощью этих бутылок. И все, что хоть. Как же много тут всякой хрени, а? Возьми. Неплохо мы сюда залетели-то, вообще неплохо. Так, пацаны, что у вас тут еще есть интересного? Бутылочки, ну, прям синячили как могли, в полном серьезе. Даже не стеснялись. Пустовато, здесь тарелочки забираем. Так, если я где-то что-то пропускаю, Cutlass, а ну-ка посмотрим. Да, если я что-то пропускаю, не забудь об этом написать, это очень прям важно. Мой меч. Атак до 6. До 6 дамага. Здесь до 4. Ага. Primary attack до 6. Secondary attack. Вторая, типа, это вот атака 12 до 12. Здесь до 10. Короче, он послабее будет. Мой меч покруче. Это значит, будем продавать. Не ломается, не ломается. Вроде бы все нормально. Веревочку брать. Веревочку брать. Так, секундочку. Тут можно приготовить немножко еды. Здесь опять же, блин, я говорю, блин, что-то как-то много сыра в этой игре. Очень много. Топорик. Хорошо. Компас. Смотрим, что у них еще есть. Все прям надо брать. В такие времена, пиратские времена, пользовались прям всем подряд. Брали все подряд. Я не думаю, что кто-то брезгал чем-то. Вот 100%. Отдохнуть можно. Пора ночевать, заночевать. Опля. Есть контакт. Пустая бочечка. Все забрать, замечательно. Кэндл, свеча. Свечу, скорее всего, можно будет поставить где-то на нашем корабле. Здесь cooking station. Мы с вами кое-что сможем приготовить, если вдруг будет мясо и так далее. Пещерка. Пещерка — это всегда хорошо. Сейчас, погоди, чиз, опять сыр.
Это очень странно. Почему так много сыра? Вот кто-то знает, почему так много сыра в этой игре? Очень странно прям. Так, секундочку. О, скелетик, здорово. Но. Что такое? Лут. Хилочка, human bone. А кости мне для чего-то, походу, понадобятся. Для какого-то крафта, что ли? Dust covered abyss. Very, very, very good. Там... Тут тоже пираты? Хилочка нужна. На троечку. Офигеть. Ё-моё. А что делать? Их много. Нужно по одному как бы вытягивать. Реально по одному. Давай. Да пошел ты. Вот так вот. Да пошел ты. Да не пошел ты. Так, никто не видели. Никто не видел. Вообще никто не видел. А в смысле ты пустой? Human bone. А раньше мы кости вроде с них не брали. Почему пустые? Монетки. Монетки. Берем. Morning, чего там? Что там интересное было? Never thought I've got что-то там authority. Что он там еще говорит? Так, ну давайте посмотрим, короче. Никогда не думал, что мой авторитет будет... подвергнут сомнению, в частности, каким-то новым хамам с позицией. Там я делал свой ежедневный обход корабля, чтобы проверить повреждения и другие возможные уязвимости. И что я слышу? «Капитан, я вызываю вас на дуэль!» Раздался голос позади меня. Это как бы тут так написано, друзья мои, да. Я почти не мог поверить своим ушам. Это новый коротышка просто стоял и смотрел на меня свирепыми глазами и суровым взглядом. Я, конечно, просто недоверчиво посмотрел на него, так что почти не мог понять, почему этот бедняж... паденщик бросил мне вызов. Я даже не знал его имени. Квентин. Или что-то в этом роде, короче, звали его. Я думаю, что мы привели его на нашу последнюю остановку снабжения. Вот. Кто там свистит, там не понял. Так, дальше что написано? Признаюсь, маленький парень застал меня врасплох, и мне потребовалась секунда, чтобы стереть с лица ошарашенное выражение. И тут мне пришло в голову. Этот маленький парень хочет дуэли? Отлично. У меня годы боевой подготовки. Пусть попробует. Вот я, короче. Чего ты ждешь? Я спросил его. А он говорит, типа... Нет, это не он, погоди. Я все еще не понимал, почему этот маленький Квентин хотел связаться со мной, сразиться со мной на дуэли. Но если он так хотел умереть, пусть так и будет, типа. Он сделал несколько шагов ко мне и обнажил клинок. Я даже не заморачивался, я мог сказать по его движению, что он был бы слишком медленным для меня даже с форой. Вот такие вот дела, друзья мои. Вот такие вот сказочки здесь у нас. Типа, ну это, наверное, говорит какой-то пират. Скорее всего. Такс. Отлично. И, ага. Ага. Топорик. Меняем на. Не-не-не-не-не-не. Хилочки нужны. Ты чё? Стой, на двоечку. Хилочка на троечку. Здесь будет хилочка? Да. На троечку. Отлично. И вот это дело нужно добыть. Почему везде медь? Я понимаю, но медь. Медь, почему медь? Кто-то еще что-то здесь видит, потому что в прошлой серии мне писали, что я пропустил... Wormbait. Что я пропустил секретный какой-то вход. Давай иди сюда, блин. Чё ты там? Файтер. Слышь, файтер, ко мне иди. Стэдэнс, ну давай, давай, кто кого? Да тихо ты. По одному удару, а чё он такой, чё такой слабенький? Есть контакт. Медь. Ну, медные монеты, друзья. Не медь, а медные монеты, это правильнее будет. Серебряная руда. Дай. Отлично. Pirate Cutlass. А чё-то прям хорошее есть? Strong plant fibers, окей.
У меня метарь вообще резиновый, что ли? Походу, да. Вот, ей-богу, походу у меня реально инвентарь резиновый. Это круто. Это круто. Но все же такое ощущение, что где-то у меня будет по-любому какой-то предел. Мне кажется, или это громко? Кто там? Я смотрел за другими вещами. А что ты так скользишь, я не понял? Воу, это капитан, походу. Капитан, чувак. Чувак, капитан. Нет, капитан. Капитан, не надо кепить твою ж за ногу. Капитан, стояма. Да ты чё, ты? Я хочу убежать от тебя. Твою мать. Стой. А я думал, почему они такие слабенькие? Они, походу, просто были какими-то салагами. Слышь, салага, блин. You have gained a level. Ну, само собой, у нас новый уровень. 13 монет. Gambler's Dice. Health Potion. Potion. Ну, блин, мало, одна штука. И капитанская... капитанский ключ от чего-то там. Все, значит, всех завалили. Эмеральд. Это камень, походу, какой-то. Такой интересный прям, да? В бочке. Хилочка. Да, хилочка должна быть всегда на слоте, на быстром слоту, поэтому... Поэтому это очень-очень-очень полезная вещь. А, друзья мои, кстати, игра стала немножечко плавнее, чем в прошлой серии. Если вы хотите проверить, так оно или нет, проверьте прямо, включите предыдущую серию, то есть первую серию, и сами в этом убедитесь. Это благодаря тому, что разработчики высунули какую-то обнову, и что-то стало, короче, получше. Такс. Экс-хед. Окей, это для топора. Ага, там фонарик нужен, давай. Так, и здесь опять же можно поспать, и потом отдохнуть и так далее. Давай, забирай все подряд, смотрим сразу же. Use Pirate Captain. Конечно, использовать ключ капитана, давай. Ой, mini-equipable, что-то там, items и так далее. Это что означает? Это, типа, у многих экипируемых предметов, таких как доспехи и оружие, есть таланты, которые вы можете настроить. Осмотрите предмет, чтобы увидеть его дерево талантов. Таланты на предметах рандомизируются, когда они выпадают или создаются. Ищите определенный набор талантов для предмета, вы можете создать его несколько раз, чтобы... попытаться найти лучшую комбинацию. Это, короче, про таланты. Угу. Рецепт. Rug. Возьми. А что не берется? Это другое. Че ты удочку взял? Есть, взяли. Другой рецепт от ножа. Map to cave. К какой-то пещере карта. Опять же, этот нож. Stronghold — это сильная хилка. И Warlords Taken. Окей, это интересно. Что-то, правда, не показывается, где это. Ага. Warlords Taken — это означает, по идее, жетон полководца. Вот оно как. Жетон полководца. Это типа загадочная монета. Такое ощущение, что она залита кровью. Написано здесь внизу, как бы. Ну, вы поняли. Такс. Very, very good. Чего? Гарлик? Вот что-что, а гарлик, не знаю, что это такое. Пусто. Сейдж. Есть контакт. И это само собой. А что я взял эту штуку? Очень странно. Это не медь. Блин, 10 уровень этого надо. 10 уровень. Уровень майнинга нужен. Butter, cheese, oil. Это map to sea port. Карта к порту. Очень хорошо. У меня же есть фонарь. У меня есть фонарь. Вопрос, где освещение-то? Дайте мне освещение. Вот он фонарик, скорее всего. Давайте мы его поставим на четверочку пока что, да? Вот фонарь, короче, я могу с фонарем бегать. Видишь? Не, ну ты видишь? Оу. Ого-го. Нормальное местечко. Без фонаря я бы этого места даже и не заметил. Не, ну ты прикинь, понял, да? То же самое, да? 20 уровень. Блин, тут 20 уровень нужен, чтобы раздобыть это. Окей.
Короче, если я опять же что-то пропустил, не забудь, ну, кроме этих, конечно же, не забудь об этом написать, это очень-очень важно. Я вернусь и возьму все подряд. Давайте прокачаем себе хербализм. Хербализм — это травничество. Вы же все знаете, трава — это... Это хорошо. Но в игре, короче, поняли, да? А это не... А, пусто. Все. Пещерка вроде бы облутана полностью. Ничего такого я вроде бы не пропустил. Значит, можно свободно отсюда выйти. Это мы залутали? Нифига себе, не залутали, блин. Еще компас и флинт. Блин, хербализм у нас не прокачается. Но окей, ничего страшного, на улице, если что, еще прокачаем. Ага. 100% писали. Вот 100 миллион процентов писали об этом, что я забыл как бы здесь эту штуку. Как же я мог? А я уже добыл. Все. На выход. Надеюсь, там меня никакой там сюрприз ждать не будет. Стоямба. 10. Оуки-доуки. На выход, друзья мои. На выход. Вот такие вот... дела. Называется это. Такс. Я готов к... А, лампочка у меня просто включена, да? А, прикольно. Не респаунились новые эти, как его, хотел сказать, зомби, пираты. Это украсть тоже нельзя, да? С ночью ходить туда-сюда не буду. Кое-что хочу глянуть. Глянул. Ночью ходить не буду. Давайте мы все-таки немножечко отдохнем. И до утра. Вот так вот. И пойдем дальше смотреть по кругу. Глянем, что еще на этом острове есть. Потом возвращаемся обратно. И вдруг у нас получится сделать с вами большущий прям корабль. Ну там скрафтить все доски, которые нужны. И будет еще замечательно. Единственный вопрос. Фонарь мне сейчас не нужен. Дай мне топорик. Приорити. Адет? Не-не-не, адет. Алфабетикал? Нет, тоже нет. Валю. Самые ценные, что были прям... Да, это самые ценные. Вот так вот, да. Самые ценные предметы, вот они, я их выставил сейчас. И я хотел здесь топорик опять же взять. Топорик где-то на 4-й слот, пусть будет. Вот так вот. Буду проверять, что еще можно рубить. С помощью... Блин, ничего не рубится. Ничего не рубится. Чуть-чуть, почему? Окей, тогда есть какие-то другие вещи, которые можно будет рубить. Стоять. Медь нам нужна, знаешь почему? Потому что корабль почему-то строится также из меди, если не ошибаюсь. Очень быстро. Очень быстро мы это сделали. Блин, восход солнца — это вообще замечательная вещь в этой игре. Хербализм. Давайте хербализм прокачаем потихонечку. И, короче, залутаю весь остров. И... Это что? Столько здесь скелетов. Я вообще в шоке. Флинт. Сыр опять. Сыр. Damage Nomad Scroll. Какая-то записка. Хилочка. Деньги. Это все хорошо. Это все берем, конечно же. Опять же, деньги. Везде деньги. Реально везде деньги. Ну, вы знали, вы заметили, что на острове там деньги нужны везде. Ну, когда мы начинали. Не начинали, а когда мы. Куда мы пришли, короче, в этом порту, там реально нужны деньги. Это прям важная часть. Важная часть игры. И что они тут делали? Вопросик такой интересный. Опля. Я думал, здесь что-то добывается. Блин, и что мне не нравится, то, что нырять нельзя. Я не увидел кнопки, где нырять. Вообще такого нет. Но может быть, где-то и будет. Так, секундочку. Я же взял какую-то штуку. Другой порт. Другая пещера. Это рецепты. Ну, я же сейчас какую-то штуку взял. Да, последние. Вот так вот, последние вещи, которые взял. Вот это что, Damage Nomad Scroll.
Barely Radiable и что-то там, короче, это у нас что? Это у нас будет... Такс, это у нас Barely Radiable, короче, этот... Этот едва читаемый свиток содержит то, что кажется законами и указами, написанными группой людей, известных как кочевники. Это старый и изношенный свиток. Вот так вот. Хорошо. Ну окей. Как бы большой такой информации, как бы это нам не дало. Ну, в смысле, как бы им пользоваться, как я понимаю, вообще нельзя. Ну, как бы мы не можем, наверное. Ничего он нам не даст. Прокачка, левелап, хербализм. Отлично, я этого и хотел, потому что почему бы и нет. Раз мы на таком острове, why not? Там ничего нет, да. Пошли дальше. Кто что бы ни говорил, игра очень красивая, смотри. Море. Солнце, освещение, тени. Своя стилистика, само собой. Немногим, конечно же, эта стилистика заходит. Мне писали в комментарии, что, ё-моё, типа, игра для детей, там, туда-сюда. Народ, игра должно быть игрой. Самое главное в игре — это ее составляющая. То есть, из чего она состоит, какие там квесты, что можно сделать, что можно скрафтить. Там, не знаю, там, корабль замутить. Ну, тут корабль, как бы, делаешь, да? Прям, собственно, ручно, понимаешь? Мы еще не знаем, какие корабли есть. Скорее всего, пока что есть один корабль, потом будет другой корабль. Или можно будет прокачаться. Блин, я убрал этот лук, да? Или можно будет прокачаться. Давайте на четверочку. Вот так вот. Охота с кентавром. В голову. Но... Да куда? Чё ты стреляешь-то? На месте стой. Но не хочу тратиться. Стрелы эти очень дорогие. Какой ты ж здоровый, блин. А ну-ка давай мечом. Чувак, я тебя ж достану. Как ты думаешь? Не достану? Достану, конечно же. Стой на месте, кому говорю. Друзья мои, охота с кентавром. Расть, двасть, тристь, четыресть, пять. Есть контакт. Дергац, мясо и кожа. Кожа нужна будет. Есть контакт. Дошли до нашего места, до нашего корабля. Хорошо, сейчас мы можем со спокойной душой вернуться обратно и посмотреть, что можно замутить дальше. Короче, да, вы мне писали. Опять у нас проблемка будет. Сейчас мы должны развернуться, чтобы... В смысле? Слышь, вот так вот замути. Че, застряли? Давай, налево. Да. Такая же проблема у меня была еще в тот раз. Есть тут круговое меню, правда я не понял, на что она нажимается. На 1, на 2. Нет. На Ctrl, на Alt. Нет. На Caps. Блин, круговое меню. Где круговое меню? Weapon Inventory. А, Will. Во. А, ну корабль, короче, нужно сюда поставить. Ну, так уж и быть. Тогда мы его поставим... Вручную вот таким вот образом. Place. Да. Нельзя вообще назад сдавать на этом корабле, на этом плоту. И это не очень-то удобно, но что поделаешь. Иначе никак. Да, иначе вообще никак. Круто. Самое главное... Ух ты, нифига себе волна. Самое главное сейчас посмотреть, как крафтится следующий корабль. Ну, это не корабль, это плот. Но все же посмотрим, как это будет осуществляться. Что он, с чего он стоит и хватает ли нам ресурсов, учитывая все, что у меня сейчас есть. Блин, ну опять же, я не понял, у меня топор есть, а что рубить? Greenwood. Like shared, это... Greenwood, это зеленое... Как, не зеленое, погоди, это... Зеленое дерево, как это можно понять, зеленое дерево? Гринвуд, очень странно. Любит затененные места и часто растет среди естественных островов. Затененные места. То есть мы это можем найти в возьми. В затененных местах. Очень странно. Давай, чтобы такого как бы не происходило, чтобы 100 раз его не перекладывать, этот наш плотик, сделаем вот такие вот вещи. Ща. Давай. Скорость уменьшить нельзя. Ну.
Блин. Нормально. Пойдет. Ничего страшного. Спускаем. Парус. И что мы делаем? Добываем. Бревна. Какой гринвуд? Зеленое дерево, блин. Ну, затененные места. Что за затененные места? На тебе топорик. Где он, топорик у нас? На, допустим, тут нам ничего не угрожает. Да нифига, блин. Вот. Маленькие пальмы, может? Да это не маленькие. Это нормальные пальмы. Хм, ну пошли. Конечно, ща. Тут костер? Серьезно? Так, картограф, ты где нахуй? Вот он, картограф. Да, а можно убрать, чтобы не пугать человека? Можно. А корабли, погоди, где делаются корабли? Не здесь. Корабли. Там еда, там корабли. Секунду. Прям корабль. А ну-ка. А, это верно, блин, это верно. Не, бухать мы сейчас не... Сколько бутылок у тебя? Ё-моё. Тут у нас что делается? Здесь у нас... Ага, здесь... Лен, короче, шелк, кожа и так далее. Окей. Окей, здесь у нас... Не то, что задание. Здесь у нас люди, которые дают работу, и за это еще платить деньги будут. Это прикольно. Это very, very good. Ты кто? Чего? Нифига себе, сколько здесь. А что, я это все как бы переводить типа должен? Ну окей, давайте попробуем. Если вы ищете источник номер один для всех грибов и всего фантастического, вы попали в нужное место. Этот сборник содержит все, что молодой или старый травник должен знать о своих любимых грибах. Блин, ну это травник, как это говорится? Ну, короче, вы поняли. Нам он сейчас не нужен. Охотник, скорее всего, да? General Merchant? Типа, у тебя задания будут. Да не-не, блин, я корабль хочу глянуть. Где он? А, у картографа же, ё-моё. Давай возьмем у картографа, вот он. Да, корабль здесь делается. Смотрите, что нужно для этого. Для этого нужен wood plank. Доски. Для этого нужно... Это, скорее всего, лен будет или что-то такое. Да, это лен. У меня нет льна. Ну из чего-то он же по-любому делается, у меня по-любому вот этого должно быть. Купер ингот по-любому будет, потому что у меня много этого меди. Сэндпейпер, бумага какая-то песочная. Стендблок и блоки стоунблок. Это из can be crafted. Это forge, нам нужна эта печь. Хорошо. Это все нужно будет сделать. Окей, чувак, у меня есть для тебя... You ready to set sail? So did you find my compass, он говорит. Типа, ты нашел мой компас. Got it right here. Нате, вот он, короче, твой компас. О, красота, короче, говорит он. Красиво, говорит картограф. О, как я скучал по тебе, мой маленький компас. Такой золотой и такой драгоценный. Извините меня. Что ж ты сделал? Что ж, ты сделал, как я просил. Как и было обещано, здесь достаточно материалов, чтобы построить ш... То есть ты мне дашь все материалы? Серьезно, чтобы построить шкипера волн? Вы можете использовать станцию моего картографа. Странно. Чтобы построить его. Подойдите и поговорите со мной, как только ты это сделаешь. Вам также нужно будет научиться искусству крафта. В смысле? Я все крафчить умею. В смысле? Как это понимать-то? Допустим. Не, серьезно, он меня сюда дал? Чувак! I miss the high seas. А! О, вот сейчас дает. Отлично. Нифига себе, блин. То есть это первый корабль, да? Который прям корабль. New Craftsman. Йоу, у нас все есть. Е-мое. Вот это я понимаю. Вот это вот я. Типа, подойди ко мне, когда...
Типа, когда ты его... Да погоди ты, я сейчас пообщаемся. Короче, картограф морского порта говорит: теперь, когда вы создали себе настоящий корабль, пришло время установить на него несколько станций крафта. К счастью для вас, я продаю все крафтовые станции, которые вам понадобятся. Вам нужно будет купить кузницу, ткацкую станцию, столярную станцию, кулинарную станцию и станцию картографа. Это должно заставить вас начать, типа, да. You ought to get you started. Короче, это да, поможет мне, короче, сначала. Хорошо. Позвольте мне увидеть ваш инвентарь. А зачем мне нужен его инвентарь? Ага, это его вещи, которые у него есть, да? Купить мы можем вот все это вот дело. Basic. В принципе, я могу это все купить даже. И монеты у меня 81 штука. Картографер Ship Recipe. Это другой корабль? Эх, серьезно? Е-мое, секунду, это надо прям понять. Forge, я это все могу купить, реально могу купить. Так, секунду, сейчас приду, чувак. Тихо, корабль. Иди сюда, блин, я думал, нифига у нас не будет этого корабля-то. А ну-ка. Ты где? Во! Это самый простой получается. Use to deploy. Ха! А могу ли я его продать? Тэдэнс! Блин, далеко? В смысле? А, плот пропадает? Ага. Ага. Платецкий-то. Не, он есть. Он просто пропадает из-за воды. Ну, ты представляешь? Не, ну нормально. Для одного человека корабль прям, ух. Как неплохо. Ну, правда, было бы неплохо, если тут окна все-таки были якобы открыты. Компас сразу стоит. Штурвал. Скорость, скорее всего, побольше будет. Короче, что я хотел сказать? Ну, нет. Скорость не больше. Плюс его, это то, что, блин, он... Поворачиваемся, не знаю, какая у него. Его плюс, это в том, что сюда помещаются все крафт-столы. И у меня будет настоящий свой, ну, скажем, дом. Не, быстрее идет, потому что я уже там почти. Настоящий дом, где я могу поставить все свои вещи. Ящик, где можно будет складировать прям все лишние вещи, скажем. И все будет у нас замечательно. Короче, друзья мои, упаковывать этот корабль будем уже с вами в следующей серии. Чтобы эта серия вышла, ну, типа, вы знаете, что делать, да? Поставьте пальчики вверх, подпишитесь, само собой, на канал. Обязательно напишите какой-то комментарий интересный. Ну, совет там туда-сюда. Кто уже играет в эту игру, пишите, что вы там, чего достигли и так далее. С вами был Кентавр. Это была игра Sold 2. Там еще какое-то название короткое. Но увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.